Ой! Я убил его. А, тут еще один. Убил его. Мне кажется, там какая-то крыса есть. Оп! Блин, чувак включил slow motion, а я просто ушел за стену и убил его после этого. Норм. Я вижу башку чуть. Есть. Кажется, я, кстати, одного своего убил случайно, потому что вроде у него была форма наша. Блин! Я использовал импульс за секунду до своей смерти. Сейчас я... There was a wolf in sheep's clothing. К ним бегу туда внутрь. Типа, эй, пацаны, пацанчики. Время умирать. Такая позиция шикарная. Я не могу никого попасть. Ну, боже! Ну, да не продам preocupação. They say it only takes one rotten apple. Да, лишь одно гнилое яблоко нужно, чтобы... Да не раньше всех вас жопа! Повышение, 25-й раунд. Блин, граната! Я там так хорошо прошелся вообще. Прям эпик. Эпик прошелся. Не, ну самый эпик — это бегать с двумя пистолетами, конечно. Пейнтфул сник, сука, он против нас. Нет, он не за нашу команду был. Ахтун. Если что, стреляю в него, понял? Тот, который пидор здесь с Кайсом. Окей. Против нас. Да че ж я сдох-то? Ладно, окей, я в атаку. Программированный F9, как в фильмах. Блин, этот петух все еще жив. Пейнтфул сник огребает. Ты его убил? Да. Хватит крысить у окон, ублюдки. Да, заебали в натуре. Если бы они меня еще слышали. Пейнтфул сник! Еее! Прям ваш пустил, да? Так, а кого-то зачистил. Видел, на крыше. Не пейнтфул сник. Этот стейк меня убил! Да, вон он. Нет, у меня уже точный расчет 10. У этого, ну, испытания. Счет нам попал. Я в прыжке кого-то убил. Там стейк бегает, сник. Я его буду стейком называть. О, вижу. Попал. Не попал. Поганул. Где он? Там да, блядь, я не успел, он там стоял на крыше. На самом... Да, я вижу. Получай, ублюдок, убил его. Я не успел, меня кто-то убил. Лагануло. Еще один. Вылез из окна, вернулся в здание обратно. Пейнтфул-сник! Ну это на крыше. Он уже тут внизу. Это не он. Спас. Окей, спасибо. Так. Видишь, как круто быть снайпером. Ну, пейнтфул, где ты, пидор? Вон наверху. Вижу. У меня патроны кончились! Пал опять! Патронов нет! Пал! Убил Сника! Окей. Он меня виндету объявил. Мне нужно дойти и найти, где мои патроны. Не Сника, опять виндету. Две виндеты Сника выиграл. Выиграю, наверное. Блять. Блин, мне только деньги с него дали. О, патрон для пистолета. Ок. Окей. Я без патронов просто шел, этот сник. Я по нему стал стрелять, понял, что у меня патронов нет, и прыгнул с крыши просто, как дурак. Кажется, пока он стреляет. Где сник-то? А это ты. Он, окажется, на другой крыше. Все они, по-моему, на другой крыше. Да. Хотя он обычно старается у нас. Что плохо, когда ты у стены стоишь, у нее нет места для того, чтобы ей руки поднять и стрелять. Блин, опять патроны кончились. У меня скоро кончится. Бля, мне бронежилет дали зачем? У меня одна пуля. Я не вижу. Сник! Убил. Блин, а патронов вообще нет! А! В рукопашку, мощь в рукопашку!
Ах, тварь! Я двоих рукопашку свалил, потом у меня патронов не было. Меня гранатой подбили. Эфик, вообще эфик. Гранатометом убили, прикинь. Тут свой хоть. В затылок. Painful Sneak там на крыше стоит опять. Паря там один вообще никому не доверяет по всем своим очкам. Блин. Это было не вовремя. Перед ним меняют под дискайс и начинаю по него стрелять. Да блин, чё же не подох-то? Какая-то я листовку с Ника нашел, прикинь. Чё, ты её стыбрил? Нет, она уёбищная. Барьетта. Ой-ой-ой, я... Кто по тебе стреляет сейчас? Потому что я рядом с тобой. А, вон, окей, другая крыша, кажется. Я иду внутрь. Да, по-моему, в окне, не-не-не. Да, это был какой-то... Как же Сник так играет, что у него постоянно дискайс под своего? Да, ну, наверное... Не-не, за кучу-то очень много очков дают. Сразу первый. На тебе, твоя рожа, я хотел сказать еб, но, как бы, остановился вовремя. Sometimes you learn the hard way from your friend. Блин! Хорошо, вон, ублюдок. Че ж я его не убью, что ли? Да он не дохнет нихера. По него стреляешь. Какой-то еще бронебойный ублюдок. Я его уже ногами там бью. Бессмертный! Че? Бессмертный кто-то! Да вот я говорю, он вообще какой-то. Я его уже ногами бью, он все равно не дохнет. Я в него гранатомета в упор шмаляю, он не умирает. Читер. Читер, что ли? Ну вообще не круто. Да, я уже видел, пиши в чат. Как его ник? Ах, черт! Это было красиво, но я... Меня... Ай. There was a wolf in sheep's clothing. Как посмотреть, сколько игроков тут? Я в него с гранатомета в упор шмалял. Он вышел. А чё он написал? Типа, чувак, вас это ебёт. Ну, типа... Конечно, он играет читами и такой... А чё, какая разница? Потому что в их команде. Пиздец, да? Я ему ещё Виндетту объявил, да? Это какой-то сан какой-то, хуй знает. Я ему Виндетту объявил, вижу, взял гранатомет специально, импульс включил, начал в упор шмалять, он по физиксу летал, да? А жизни не отбавлялись. Блюдок. Чтоб твои родители там, сука, сдохли. Вот тут ракета летает, рикошетит. Говорю, говорю. Ну, все равно выигрываем. Ну да, но все равно скилл не пропьешь. Скилл это не читы. Вон он там, блять, я вижу. Вот, вот он, Сантер. Сантер читер, что-то даже чат написать не мог. Да, его даже ничего с ним не сделаешь. Оксандр XX0. Ааа, вот тупо. Пидорасы, есть пидорасы. Это как украинцы. Я бью вам Виндетту, чтобы знать, где он находится. Я ну, в общем, я не знаю. Все, кто будет смотреть этот ролик, репортите на это ублюдка, как вообще только можете. Ну, блядь, он в открытую просто шмаляет, и все. Он даже не напрягается, чтобы нормально играть. Он просто стоит... Пистолет-то просто стоял и шмалял. Какой смысл? Какой смысл? Я понимаю, там были читеры в Mortal... Ой, блин, в этом. Call of Duty. Call of Duty, да. Типа админы читеры всякие были. Но они хотя бы прикалывались. А это... Queen. Тут берет просто с гадмодом и тут играет. Пошел в жопу! Я убегаю от него теперь. Ты, наверное, тогда и фрейм про артмании так это знаешь, я начинаю верить, что игру можно артманием взломать, потому что. Ты где-нибудь вообще видел читы на код мод? Мультиплеер! Я сейчас двоих завалил очень эпично. Даже троих. Очень эпично было. Вообще, пока читер не появляется, всех убиваем. Я два раза рукой ударил. Да я его бью ногами, он не дох просто, да. Я его просто запинал вообще в жопу, а он все не умирал и не умирал. Прокачанный дот мод. Мы все равно выиграли, потому что так вот.
Да мне кажется, даже из их команды люди стали уходить. Окей, это читак. Да блин. Эта тварь меня постоянно выигрывает. Эй, у них 4 убийства осталось. Блять, нет, я стащу нахуй. Мы выиграли. Соснулей. Чтобы этот ублюдок сдох. Играли нормально. Ой, я лучший игрок. Тёлочка! Эй. А я на каком месте? О! Ты на втором. Я второй, один килл не хватил мне. Ах. Зато у меня поддержек было больше, вот. Этот соснули играл 20-0. Ну, и мы все равно их выиграли. Пошли нахуй с этого сервера.